Программа выходит в эфир при поддержке Вятского государственного университета. Книги рождают мечту, вызывают ее к жизни, заставляют размышлять, воспитывают самостоятельность суждений. Помогите своему ребенку полюбить мир книги вместе с магазинами «Бумага». Здесь вы найдете научную и художественную литературу для семейного чтения, развивающие игры, учебные пособия и рабочие тетради. Огромный выбор книг для исследователей всех возрастов. Читайте и изучайте вместе с сетью магазинов «Бумага». Огромный выбор книг на Октябрьском 88 и МОПРО. Пульты, шнуры, батарейки, аккумуляторы, запчасти и аксессуары для сотовых телефонов, электронные конструкторы, паяльное оборудование, измерительные приборы, светодиодная продукция. Все это и многое другое отличного качества по хорошим ценам в магазине «Алми» по адресу ТРЦ «Максимум», Пролетарская, 15, телефон 37 38 27. Детская познавательная программа «Открывашка». Открываем мир вместе. Начало 11 на часах, все верно, это программа «Открывашка». Доброе-доброе утро всем ребятам, привет, мальчишкам, девчонкам, родителям, бабушкам, дедушкам и так далее. Меня зовут Владимир Сметанин. Если вы впервые слышите нашу программу, то я немножко скажу о том, что собой она представляет. У нас есть интересная тема, у нас есть интересные гости. Мы в течение программы задаем вопросы, не очень сложные. Вы на них отвечаете, звоните нам по телефону 211-101, и в том случае, когда правильно отвечаете, получаете призы замечательные. У нас книжки всевозможные есть, билеты на те или иные мероприятия, на концерты, в кино в том числе. Так что 211-101, вооружайтесь, в хорошем смысле этого слова, конечно же. Ну и если у вас есть возможность прямо сейчас зайти на сайт hakirova.ru, то обязательно это сделайте. В этом случае вы попадете в нашу компанию. У нас здесь видеокамера есть в студии, и вы будете видеть и слышать то, что у нас происходит. hakirova.ru, наш сайт. Видеотрансляция, соответственно. Как обычно, я не один здесь. У нас целая команда ребят. Я сейчас их представлю. Ну, давайте я начну все-таки с новичка в нашей команде, да? У нас сегодня новичок. Ее зовут Ева Кравцова. Ева, привет. Здравствуйте. Расскажи немножко о себе. Поближе к микрофону. Расскажи немножко о себе. Сколько тебе лет, где ты учишься, чем ты увлекаешься? Я учусь в школе ВГГ в 3 классе. Мне 10 лет. 10 лет. Я очень люблю всех животных. Всех. И слонов, и крокодилов, и бегемотов, и мышей, и так далее. Кроме тараканов. Кроме тараканов. А у тебя дома есть животные? Кошка. Немного пауков. Немножко пауков? Настоящих, живых? Да. Ничего себе. Хорошо, ну мы чуть позже еще поговорим. Я компанию Еве сегодня составляют два добрых молодца, но они уже не новички в нашей студии. Саша Копылевич. Саш, привет. Мяу. Привет. Да. Ты в тему, что называется. В теме, что называется. Да, да, да. Чуть позже мы озвучим нашу тему. И Дима Рябов с нами тоже. Дим, привет. Здравствуйте. Так, мальчишки, расскажите, что с вами интересного случилось за последнее время, за последние дни. Желательно не только про учебу рассказывать. Дим, вот за пределами школы что у тебя происходит? Все хорошо. Все хорошо? Да. Угу. Ну, ты чем-то занимался? Какие-то дела у тебя были на этой неделе, кроме школы? Книжки читал. Книжки читал? Да. Ты ходишь куда-то, кстати, занимаешься? В бассейн хожу. В бассейн. Вместе с этим молодцем добрым. А, понятно. Понятно. Так что вы не расстаетесь? Нет. Собственно, на протяжении недели. Хорошо. Как в бассейне? Каким видом умеете плавать? 3 место по соревнованию. А я в соревнованиях не участвую. У меня индивидуальный тренер. Интересно. Саш, ну у тебя-то как дела? Расскажи. Каких оценок нахватал за последнее время? Не самых лучших, но у меня 3 место по соревнованиям по плаванию и 3 место за проект в школе. За проект? Да. Расскажи, пожалуйста, про проект. Что за проект? Проект про истории телефонов Nokia. Проект истории телефонов Nokia. Я принес коробки. Это ты сам такую тему разработал? Да, или тебе задали ее? Нет, я сам ее придумал. Угу. Я принес коробки, телефоны, сделал презентацию, и текст был. Текст я выучил, я все рассказал и получил 3 место. Слушай, это в рамках какого предмета вам задают? Это опыт проектной деятельности. Да. Разве не в ноябре? Вот проект. У меня вот был проект
Золотое сечение, есть ли красота в математике, в ноябре мы рассказывали. Это у пятиклассников, а я в шестом же. А ты в шестом? Ты уже взрослый. Да, не зря Саша мяукает, потому что сегодня кошка. Тема у нас замечательная. Анонсировалась, если вы в курсе, да, уже, конечно, в нашем эфире. И у нас мы в студии гость. Да, у нас в кот. Мы сегодня будем говорить про наших замечательных, любимых домашних питомцах. Сначала мы немножко поговорим о кошках. Ну, как немножко? Поподробнее попытаемся поговорить. И да? О собаках тоже. И о собаках тоже будем говорить. Действительно, у нас в студии кот. А о том, как его зовут, сколько ему лет, какой у него характер, нам расскажет Роза Орлова. Это главный ветеринарный врач клиники «Биосфера». Давайте ее поприветствуем. Роза, добрый день. Добрый день. Доброе утро. Здравствуйте. Утро. Да. Спасибо, что к нам заглянули сегодня. Судя по тому, как ведет себя кот, он сидит сейчас на ваших коленях, я делаю вывод, что он таким достаточно сдержанным характером обладает. Он спокоен. Расскажите, пожалуйста, про него. Как его зовут? Его зовут Тимоша, ему 13 лет. Он живет непосредственно у нас в клинике. Угу. Это наш символ. Живет он давненько, у нас лет 5, может даже чуть больше. Очень спокойный, очень уравновешенный, очень добрый, очень отзывчивый. Но ребята успели уже его погладить. Ребята уже, погладить. Да, облюбили его, обласкали, и он, в принципе, этому рад. Он всегда рад, у нас очень любит ласку. Но он, видимо, и внимание. Да, видимо, он не обделен вниманием, да? А можно да? кота к нам? Нет, давайте все-таки он у хозяйки будет сидеть на коленях. Он, видимо, не обделен вниманием, да? Часто к нему люди подходят, гладят его, взрослые, ребята. Как он вообще он приучен, в принципе, к людям, он всегда к ним позитивно, но предпочтение отдает женскому полу. Женскому полу? Да. То есть девочек больше любит? Девочек любит больше. К мальчикам он очень осторожен. У нас есть в коллективе тоже мужчины, поэтому он к ним всегда осторожен, а к девочкам более открыт. А он девочка или мальчик? Что-что? А как вот девочка или мальчик? Мальчик, Тимоша. Тимоша. Я ему уже понравилась. Но вы еще маленькие мальчики, ребятки еще. Ну, видимо, Тимоша, да, с высоты своих, так сказать, лет, как-то вот очень рассудителен и осторожен в отношении мужчин. А у нас ученица по русскому языку, коту исполнилось 18. Какому коту? Коту? 18? Да, коту 18 исполнилось. Роза, скажите, а вообще вот коты, кошки, сколько в среднем живут? В практике, в нашем опыте, долгожители 23-24. Ничего себе. Но это я редко. Я раньше слышал, что там в районе 15 лет. Да, средний возраст сейчас 12-15, а вот именно долгожители, как люди, которым 100 лет, вот то же самое, есть 23-24 эксклюзивные. И у собак тоже до 25 был случай. А с чем это связано, продолжительность жизни животных? Может быть связана с условиями, содержаниями, то заботой. Чем лучше, да. Но и плюс сейчас, почему средний возраст укоротился, экология все равно тоже немалую роль играет. Питание, конечно. Дим, хозяева тоже. А у меня две собаки. Одной 8, а другой 3. Хорошо. 8 лет и 3 года, соответственно. Да. Ага. Ну, про собак мы чуть позже поговорим. Роза, я вам предлагаю сразу же задать вопрос нашим слушателям юным. 211-101, вы сейчас зададите этот вопрос, а Ева следом же озвучит тот список призов, из которого можно будет выбрать что-то подходящее. Давайте озвучим вопрос. 211-101, напоминаю, наш номер телефона. Вопрос. Вопрос. Про кошек? Про кошек. С какого возраста можно вакцинировать кошек, делать первые прививки? Ну, у меня встречный вопрос, а какие прививки необходимо кошке делать? Ну, кто немножко в этой теме, кто читал, как ухаживать, как заботиться о них, то, в принципе, должны знать. Прививки делаются от инфекционных заболеваний, и желательно, даже нежелательно, уже обязательно, прививка от бешенства. Итак, еще раз повторю, 211-101, звоните, отвечайте. С какого возраста, соответственно, возраста кошки? Кошки, да, да, с какого возраста кошки. С какого возраста кошки нужно делать прививки. Можете подсматривать где-то, подсказками пользоваться родители. Родители, помогаете своим ребятам. Если у вас есть домашний питомец, кот, кошка, то я думаю, что вам не составит труда правильно ответить на этот вопрос. Главное дозвониться. 211-101. А сейчас Ева... Дим. Собаки и кошки надо как бы в один возраст сделать прививки от бешенства, от инфекционных заболеваний или как-то по-разному у них. Да, подсказка с одного возраста. С одного возраста. Да, что кошкам, так, что собакам. Ева, тебе слово. Озвучь, пожалуйста. Перед тобой лежит лист. Просто там... читай, что там да, записано. Да, там написано, что за призы. Поближе к микрофону.
Давай. У нас есть призы. Все о кошках. Книга. Справочник умного хозяина. Детская энциклопедия собаки. Энциклопедия животной России. Энциклопедия для любознательных. Что, зачем и почему. Угу. Холли Веб. Щенок Сид или лучший трюк. Билеты в кинотеатр Киномакс. Угу. Приглашение на спектакль. Волшебное колечко. В театре на Спасской. Приглашение на семейное посещение собачьей деревни Мохнатия. Приглашение на экскурсию в музей мороженого Арктика. Да, вот это тот список призов, который сегодня у нас в открывашке. Нас звонок. Так, секунду. Будем принимать звонок. Алло, здравствуй. Как тебя зовут? Дим, ты будешь общаться? Давай, общайся. Здравствуйте, меня зовут Всеволод. Сколько тебе лет? Мне 11. В какой школе ты учишься? 18. Какой? Мы хотим услышать ответ на вопрос. В 3-4 недели жизни кошки. Неправильно. Роза, подключайтесь. Неправильно? Неправильно. Позже, раньше? Позже. 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 Всеволод, мы тебе даем еще один шанс. Позже. Специалист говорит, что не слишком рановато. Верный ответ. Рановато. Еще маленькие, не очень. Да. Давай, давай еще вариант. С годом. Это уже слишком поздно. Поздно? Да. Ну вот подели пополам, Сева. Подели пополам. 6 месяцев. 6 месяцев? Нет. Еще раньше? Еще раньше? Раньше. Всеволод, мы не хотим тебя отпускать. Мы хотим, чтобы ты запомнил. Запомнил, да. Запомнил. Ну давай еще вариант. 3 месяца. Сколько? Три месяца. Да, 2-3. С 2-3. Вот, отлично. Всеволод, ты запомнишь, да, отныне, что, с какого возраста? Запомнишь? Да. 2-3 месяца. Самый подходящий период для вакцинации, для прививок. Да. Так, ты запомнил, что мы сегодня разыгрываем? Что ты хочешь получить? Билеты на музей Арктика. Билеты в музей Арктика. Приглашение на экскурсию в музей мороженого. Отлично. Не клади, пожалуйста, трубку. Тебе сейчас объяснят, как забрать эти самые билеты. Ева, ты не взяла с собой ручку? Ручку не взяла, чтобы помечать. Артем, я обращаюсь к нашему звукорежиссеру. Артему, есть у нас ручка? Можно мне ее передать? Быстренько. Давай. Опа, поймал. Помечай, что это у нас разыграно. Хорошо? Итак, продолжаем наш разговор. Так, Саша задать вопрос хочет. Да. Ты гостю хочешь задать вопрос? Нет, вам. А какой смысл разыгрывать призы, если в любом случае человек побеждает? Надо же, чтобы иногда проигрывали люди. Проигрывали? Да. У нас же добрая программа, утренняя. Зачем с утра настроение портить нашим слушателям? У нас же она познавательная программа, да? Да, в любом случае. Мы же узнаем что-то новое. И вне зависимости от того, там, правильно или неправильно ответил, главное, мы даем тот самый ответ. А тогда зачем это розыгрыш призов? Розыгрыш призов — это когда человек делал, если правильно, с первого раза, то и модель. То есть ты предлагаешь все-таки как-то жестче относиться? Не умничай, там никто звонить не будет, если такое правило заберем. Хорошо. Давайте все-таки обратим внимание на нашего сегодня усатого, хвостатого гостя. Тимошка. Даже он на вас отреагировал, посмотрел. Очень нравится. Освоился. Замечательный. Нельзя. Да. Расскажите, Роза, пожалуйста, о том, он какой-то породе принадлежит? Да, у него есть персидские корни, поэтому он полуперс. Полуперс. Полуперс у нас, да. Ребят, вы слышали о том, что есть такая порода — персидская кошка? Да. Нет, необычно белая с черной мордочкой. Угу. Это сиамские, по-моему, с черной мордочкой белые. Нет, и у них еще этот хвост тоже черный. И мордочка у них немножко приплюснута у персов. Угу. Это и характерная особенность. А у него немножко вытянута, поэтому он наполовинку. Вот эта порода персидская, она характер вот кошек, котов этой породы. Какие черты? Они хорошие, плюшевые внешне, но своенравные. Если что не по ним, они обязательно дадут об этом знать. Угу. То есть могут и царапнуть, могут укусить и могут пошипеть. Это относится и к котам, и к кошкам персидской породы, да? Да. А собаки никогда не укусят своего хозяина, это, наверное, знаю, да? Ну, наверное, как? Да. Когда как? Как воспитать? Да. Что любит Тимоша кушать? Тимоша любит у нас кушать сухой корм. Угу. Но... И хлебушек. Да, и в последнее время он стал любить черный хлебушек. Угу. Как я. Конечно, нежелательно кормить хлебушком кошек, но в связи с исключением мы ему немножко даем. Это как лакомство у него получается. Давайте уж тогда расскажем, как и чем, как правильно кормить кошку.
правильно кормить кошку. В зависимости еще от возраста, конечно. В зависимости от возраста. Начнем тогда с молодых котят, которые до года. Желательно кормить сбалансированно полнорационными кормами, которые супер премиум класса, которые содержат уже все необходимые питательные вещества, витамины, минералы, ну и по составу они более или менее сбалансированы. Если многие считают, что корма это зло, это вред, но это ошибочное мнение. Если не хотят кормить кормами, пожалуйста, есть натуральная еда, натуральная пища. Но это мясо, в первую очередь, мясо, каши, каша источник углеводов, и кисломолочные продукты, это источник, соответственно, кальция, фосфора, непосредственно минералов, которые необходимы. Но не всем котам же можно молоко. Молоко, да, но молоко это молоко, а есть кисломолочное. Кефир, йогурт. Сметанка, йогурт, да. Но котам нежелательно сладкое, поэтому йогурт можно не сладкий. Почему? Сахар. Избыточное количество сахара может вызывать аллергию, и могут быть у возрастных животных последствия сахарный диабет. Да. Ух ты как! Вот, да, да, даже так. Дим, ты хочешь спросить? Нет, а вот я читал тоже, у меня есть книжка, то, что 200 граммов черного шоколада может убить животное. Да, может, потому что там большое количество кофеина. Какао тоже. То есть, если 200 граммов животное съест, то оно погибнет? Теоретически, да, но никто таких опытов не делал, не стал и не пробовал. И слава богу. И слава богу, никому не советуем. Всем не то, чтобы не советуем, надо. А запрещаем категорически. Давайте дальше продолжать играть. Ева, я хочу тебя попросить задать вопрос нашим слушателям. У тебя вопросы сегодня замечательные. Мальчишки тоже чуть позже будут задавать свои вопросы. 211-101. Озвучь, пожалуйста. Зачем кошке усы? Зачем кошке усы? Для красоты. 211-101. Ребята, набирайте номер нашего телефона. Скорее, призов у нас очень много. И, кстати, вот к тем призам я хочу сделать дополнение. Мы еще и собираемся разыграть подарочный сертификат на посещение Вятского квеста для команды, состоящей из 5-6 человек. Вятский квест – это увлекательная игра в специально подготовленных помещениях. Необходимо выполнять задание за заданием, разгадывать загадку за загадкой, и побеждают самые находчивые и эрудированные ребята. Что же нужно сделать для того, чтобы выиграть этот приз? Вот этот самый подарочный сертификат. Мы последовали примеру Димы Рябова. Дим, да. Помнишь, ты озвучивал поэму у нас в эфире? Так да. Так вот, ребята, напишите стихотворение о нашей программе, о программе «Открывашка» с хэштегом «Открывашка Эхо Кирова» ВКонтакте. То есть ВКонтакте напишите его. И через 2 недели, 2 апреля, мы будем определять победителя по наибольшему количеству лайков. У нас, кажется, звонок. Вот так вот. Или мне показалось. Есть у нас звонок? Есть. Саша, давай, общайся. Привет. Как тебя зовут? Витя. Сколько тебе лет? 8. В какой школе ты учишься? 70-й. Витя, а у тебя есть домашний питомец? Нет. Нету? Ни кошки, ни собаки, никого нет? Нет. Давай ответ на вопрос. Зачем кошке усы? Это ее обоняние. Обоняние? Она чувствует опасность. Это... Так, давайте подключаться. Давайте будем обсуждать. Ответ. Вите. Мысли в правильном направлении. Ну, в правильном направлении, мне кажется. В направлении, да. В правильном, да. Но немножко сформулировано. Да. Ну, можно я скажу слово «антенна»? Такая своеобразная антенна, наверное, да? Да. Ева. Кот, у тебя антенны вместо ушей. И много. Для осязания. Ев. Ну? Так, какой правильный ответ? Ну, мы же для осязания. Для осязания. Он сказал, да? Для обоняния. Для ориентации. Кошка ощупывает предмет, да? Так же, как мы кончиками пальцев. Ну. С помощью усов кошка может определить диаметр отверстия, пролезет она туда или нет. Ну, в принципе, да. В этом направлении мы размышляем вместе с Витей. Витя, мы тебя поздравляем. Витя, что ты хочешь получить в подарок? Это кинотеатр. Кинотеатр «Киномакс», да? Да. Подарок кинотеатр «Киномакс». Есть у нас еще? Не разыгран? Да. Хорошо. Билет в кинотеатр «Киномакс» тебе достаются. Не клади, пожалуйста, трубку. Наша помощница объяснит тебе, как эти билеты можно забрать. Слушайте, давайте следующий вопрос зададим сразу. Саш, задашь вопрос нашим слушателям? Вопрос. У тебя сложный вопрос наверняка сегодня. Какие звери, кроме кошек из ряда кошачьих, нужно набрать... Нужно хотя бы два. Животных, два. Да. Угу.
Так, 211-101, внимание, ждем ваших звонков. Назовите, пожалуйста, ну, как это говорится, животных, представителей семейства кошачьих. Желательно так? Не льва, потому что льва все называют. Хорошо, не менее двух, кроме льва. Да. И кроме кошки, соответственно. Да. А давайте про кошачьих немножко поговорим, ведь вид правильно, да, говорит, или как? Кошачье семейство, да? Насколько давно оно живет вообще на Земле? Это одни из самых, наверное, ведь... Самые древние, да? Одни из самых древнейших животных, да. И представителей очень много. Нет, ну как самые древние животные? Больше сказать, самое древнее млекопитающее. Угу. Млекопитающее, да? Безусловно. Динозавры – это животные. Да. Ну, динозавры – млекопитающие, да. А известно, как человеку удалось, ну, приручить, наверное, кошку. Так происходило. Они же были... Адаптировать, да. Они же в дикой природе. В дикой природе, да, существовали. Вообще домашняя кошка когда появилась? Давненько? Давно. Угу. Наверное, со времен еще этого древнего Египта, когда первые кошки вообще появились, когда как проводники. Проводники людей, которые умерли, мир иной, чтобы их вместе. Вот с тех времен они стали адаптировать люди, соответственно, кошек к себе. И потом стали их уже приучать, таких милых домашних, пушистых, чтобы они были. И выводить какие-то новые искусственные породы. Ну, милые, это правда. Да. Кошку можно вывести из себя? Можно. Легко. Легко. Как? Легко. На хвост наступить. Банально, да. Соответственно, что не любят кошки? Как нельзя с ними обращаться? Что нельзя делать? Нельзя ничего в морду пихать. Нельзя грубость. Подожди, перебивайся. Грубость. Угу. То есть кошки очень не любят ласки. Есть такое понятие кошка сама по себе. Вот если кошка с характером сама по себе, то лучше в принципе к ней не подходить и не трогать. Если она не дается на руки, если она не ручная, то тогда любое ваше движение в ее сторону может восприниматься как агрессия. Потому что она будет считать вас, видеть в вас рога. И поэтому может защищаться шипением. Царапаться, кусаться, шерсть они так становятся на дыбы, и поэтому это их защитная реакция. Да, давайте дадим рекомендацию, возможно, нашим слушателям, которые сейчас подумывают о том, чтобы завести кошку. Какую породу посоветуете вот в плане так, дружелюбия к человеку, в плане ласки? Или, в общем-то, вне зависимости от породы, все, собственно, кошки настроены на это. Здесь зависит от все породы разные. Британские, они плюшевые, добрые, мейкуны. Медлительные, наверное, да. Но вот они именно сами по себе. То есть они захотят, подойдут, их погладят. Не захотят, они не погладятся ни за что. У нас звонок. Ничего, успеем принять. И положить. Есть, например, порода мейкун. Очень спокойные, уравновешенные, флегматичные, такие статные. Ребят, вы знаете, как выглядит такую породу мейкун? Нет. Не знаете? Вот они очень Это самая большая. И одна из самых дорогих. Персы, сфинксы очень своенравные, очень с характером. Сиамцы тоже считаются с характером агрессивными. А я люблю сфинксов. Да, они очень милые, когда их можно гладить, потому что нет шерсти. Их остальные там уже по вашему желанию, как посмотреть. Ага. Саш, у нас слушатели есть. Давай, привет. Здравствуй. Как тебя зовут? Алло. Как тебя зовут, спрашиваю? Вика. Вика? Сколько тебе лет? 6. Ой, что-то я не припомню, чтоб нам 6-летние. В какой садик ты ходишь? Дельфинчик. Дельфинчик. А у тебя есть домашнее животное? Кошка, собака? Нет. Нету? А у папы, мамы, наверное, ты просишь? Чтобы появилось? У бабушки. То есть, возможно, в ближайшее время у тебя какой-нибудь домашний любимец появится, да? У меня черепашка. Так, Саш, напомни вопрос. И будем какие слушать ответ. Звери, кроме кошек, из семейства кошачьих? Кроме льва и кошки. Давай ответ. Еще раз? Рысь. И еще кто? Пума. Правильный ответ. Я думала, назовут кошку как вспомнили. Все рысь и тигр. Рысь, тигр. Но рысь и пума это даже как-то... Слушай, пуму вспомнили, да? Да. Есть такая марка пума, у них рюкзаки прикольные. Угу. Так, что ты хочешь получить в подарок? Я хочу получить волшебное колечко. Волшебное колечко? Билеты. А, билеты. Так, есть у нас такое? Да, есть.
Теперь уже нет. В театре на Спасской. Ты молодец, ответила правильно. Не клади, пожалуйста, трубку. Сейчас тебе объяснят, как эти билеты можно забрать. Так, продолжаем разговор. Тимош. А я и забыл про пуму. Тимоша, ты устал? Нет, он даже не смотрит. Он успокоился. Даже не смотрит на меня. Ему интересен другой. Да. А вот про усы как раз, да, вопрос был, Ева задавала. А еще благодаря чему кошка ориентируется в пространстве? Еще есть над бровями. Угу. Точно такие же усы. Видите, да? Усы над бровями? Да, вот такие же длинные. Угу. Ну, назовем их усами, антенночками. Угу. Глаза, нос, уши. Кота инопланетяне. Лапки, если вы обращали внимание, они у них... Подушечки. Подушечки угу. тоже для них это орган. Угу. Сориентироваться в пространстве. Угу. Ну и все. Основные органы обоняния, осязания, чувства. Что обязательно должно быть в доме, в квартире, для того, чтобы кошка себя комфортно чувствовала? Как теточка. Как теточка. Да. Лоток. Угу. Обязательно еда. Обои. Не обои, не. Забота и внимание. Самое главное, и ласка. Независимо, в каком вы настроении приходите домой, вам всегда рады, вам всегда встречают, и вы должны все равно тоже это внимание уделить своему питомцу. Они встречают, что обозначить то, покорми меня. Ну, не все, не все. Кстати, сколько нужно кошку кормить раз в день? Взрослую кошку, они обычно могут раз 10 подойти, брать по чуть-чуть. То есть нужно, чтобы постоянно что-то там присутствовало, что-то лежало, да? Угу. Собаки обычно 2 раза в день, а у кошек они чаще подходят. Ну, собаки вот, они могут приветствовать хозяина не так, чтобы покормить меня, а кошки вот более своенравные, они такие. Дим, ты что-то хочешь спросить? Да, не спросить, интересную историю тоже. Про кота и как теточку хочу рассказать. У мамы у знакомой кот все время точил когти об мебель. Купили ему как теточку, а он все равно об мебель точил. Тогда эту как теточку полили валерьянкой, теперь кот лижется. Да, есть еще кошачья мята специально, тоже ей можно мазать, да, и тоже привлекает, тоже точит. А, кстати, вот эта история про валерьянку. Почему считается, что коты и кошки вот так неравнодушны, мягко говоря? Специфический запах. Если вы то есть для человека это вполне обычный такой запах, а для них это что-то такое вау. Они пьянеют. Да. Пьянеют. Угу. Они реально пьянеют, они катаются, они валяются. Угу. И на них она успокоительным действием ни в коем случае не обладает, а наоборот, немножко даже возбуждающая. Поэтому для них валерьянка это как... Возбуждение идет наоборот. Допинг. Давайте, своеобразный. У вас есть с собой валерьянка, давайте попробуем. Нет, не будем, Тимоша, экспериментировать. Я думаю, Тимоша не нуждается в этом. Он и так спокойно. Вот ты у нас кот, мы тебе проэкспериментируем. Слушайте, я смотрю на часы, у нас время очень быстро-быстро бежит, а мы ведь еще сегодня хотим и про собак тоже поговорить. Давайте сейчас небольшую паузу сделаем музыкальную. Сейчас у нас будет песенка. Так неожиданно вот я ее подобрал, но она будет про рыжего кота. Так что посвящается нашему усатому гостю в студии. Давайте немножко отдохнем. Программа «Открывашка» на часах 10:33-34. Еще раз напомню, кто у нас здесь в студии. Дима Рябов, Саша Копылевич, Ева Кравцова. И у нас сегодня здесь Роза Орлова, главный ветеринарный врач клиники «Биосфера».
Да, ну и, конечно же, Тимоша. Тимоша, да. Тимоша замечательный, пушистый, длинношерстный кот. Я сейчас у него в перерыве прощения попросил. Тимоша, извини, что мы сейчас будем говорить уже о собаках все-таки, да? Так, я предлагаю сразу же задать вопрос следующий, но перед этим, Ева, я тебя попрошу напомнить, что у нас еще есть в розыгрыше. У нас книжки, да, есть? Давай, угу, давай. И билеты тоже. Повторяй. Книга «Все о кошках», справочник «Умного хозяина», угу. Детская энциклопедия «Собаки», угу. Энциклопедия «Животные России», энциклопедия для любознательных «Что, зачем и почему», «Холли Веб», «Щенок Сид» или «Лучший трюк». Также приглашение на семейное посещение собачьей деревни Мохнатие. Ну, еще у нас такой есть суперприз. Я напоминаю, мы будем разыгрывать подарочный сертификат на посещение Вятского квеста для команды из 5-6 человек. Вятский квест – это увлекательная игра в специально подготовленных помещениях. Необходимо выполнять задания различные. Побеждают самые находчивые и эрудированные ребята. Для того, чтобы выиграть именно этот приз, мы вам предлагаем написать стихотворение. Может быть, большое, может быть, не очень. О программе «Открывашка». Разместить это все ВКонтакте с хэштегом «Открывашка Хакирова». И ровно через 2 недели, 2 апреля, мы будем определять победителя по наибольшему количеству лайков. Так что вы туда тоже заглядывайте. И те стихотворения, которые вам понравятся, ставьте лайки. Да, Дим, Саш. А если я напишу стихотворение? Да, пожалуйста. Тоже можно. Пожалуйста, конечно. Саша? Можно немного спойлеров? Что-что? Я был на Вятском квесте, там очень интересно. Очень интересно? Да, я там... Я читал, это занимает где-то не более часа, да? Да, час, квест, час. Да, час примерно. Ну, нет, там, смотрите, там 3 комнаты, и нужно будет в каждой комнате там прошлое, настоящее и будущее. Да. А, и там смысл такой, что если там что-то не успеваешь, то меняется. Там нужно... Будущее меняется. Я сейчас не буду рассказывать. Ну, хорошо. Нет, там просто 3 комнаты, там проходы есть. Сундук, шкаф, Дима. Ну, в общем, интересная штука. Ты смог выбраться из прошлого? Да, из прошлого. Чтобы выбраться, там надо часы перевести. В общем, интересно, увлекательно. Чтобы очень открыть сундук. Советуем участвовать. Роза, раз уж мы перешли к собакам. Гав-гав. Считается, что кошки и собаки друг друга просто вот не переваривают. Любят. Это правда или... Нет, это неправда. Неправда? Наш современный век, можно всех приручить, приспособить и прижить друг с другом. Наврали. Что ты хочешь сказать? Да. Спросить, что? Если кошка с собакой с рождения живут вместе, то они как бы будут дружить. Молодец, да? Умница, да. То есть, в принципе... Если мы одновременно завели котенка и собаку, то они живут как брат и сестра. То есть, в принципе, в доме могут быть и кошка, и собака, и они вполне себе сосуществуют замечательно. Сосуществуют. Есть исключения из любого правила, поэтому может быть. Но такие случаи мало. Так, секунду. Давайте сейчас Роза задаст вопрос. Да? У вас есть еще вопросы? Нет вопросов? Хорошо, сказать, тогда будет задавать... Нет. Дим, ты давно... А, Ева у нас будет задавать вопросы. Я еще ни одного не задавала. 211-101. Про кошек? Да, да. Ничего, можно задавать. Я еще ни одного не задавала. Какой запах кошки ненавидят? Ага. Мы говорили о том, какой они запах любят. А какой валерьянки. Они, да, а какой они ненавидят? Так, не проговоритесь, ребят, ладно? Даже я не знаю ответа. 211-101. Какой запах кошки просто-напросто не переносят? Вот не переносят и все. Так, про собак. Ладно, продолжаем дальше. Остановились на том, что кошки и собаки, в общем-то, вполне себе могут ужиться. Да. А вот считается, что кошка, если уж там дойдет до драки, то она как-то вот все равно преимущество у нее. Да? Это правда? Это правда. Кошки преимущество. Вот за счет ее когтей, за счет ее быстрее реакции и сообразительности в этом случае. Поэтому кошки, да, они более лежат. Я помню, как ты видел собачонку с таким с разодранным носом. Это, видимо, последствия. Да, встреча. Самая настоящая, самая первая. У нас звонок. Так, у нас звонок. Ева, приветствую нашего слушателя. Здравствуй, как тебя зовут? Меня зовут Света. Света? А сколько тебе лет? 8. Есть ли у тебя кошка или собака? Нет. Нету, да что? Черепашка? А в какой школе ты учишься? В Петербургском лицее. Угу. Интересно. Ну, тебе какой ответ? Да, я еще хочу спросить, а тебе кто? Они ненавидят запах апельсина и лимона.
Ева? Да, правильно. Правильно? Получается, можно взять... Цитрусовые? Цитрусовые. Да. Почему? Можно... Поясните. Они не любят запах цитрусовый резкий, поэтому иногда это средство используется в антикодинах, вот угу. для того, где они ходят ненужные места. Угу. Можно как раз апельсином потереть, угу. лимоном. А можно корочки положить? Можно корочки положить, да, молодец. Очень угу. раздражающий запах, они чихают, могут там просто убежать, поэтому, угу. да, действенное. Действительно, да, мы знали ответ тогда. То есть резкий вот именно резкий, запах цитрусовый, резкий, учитывая да. то, что все-таки очень чуткое обоняние да, у Берем кошек. Берем сок, все Хорошо. Соком этим обмазываем. А в соке не такой резкий уже, как непосредственно. Так, Света, да? Свет, что ты хочешь получить в подарок? Я хочу книгу Холли Веб. Холли... Веб. Холли Веб. Отлично. Не клади, пожалуйста, трубку. Тебе объяснят сейчас, подскажут, где эту книжку можно забрать. Ну, она тут в студии. Логично продолжаем, да? Если уж мы о собаках говорим. А какой запах ненавидят собаки? Запах. Учитывая то, что у них обоняние тоже очень... Запах кошек. Запах кошек. Запах кошек? Запах кошачьей мочи. Кошачьей мочи? Ну, да, неприятный, резкий запах. А у собак не так ярко выражено, вот что прям любят какой-то или нет, у них нет. Просто, может, какой-то резкий, остро раздражающий, там, освежители, может, духи резко пахнущие, да. То есть они могут зачихнуть. Я как-то читал историю о том, что собаки прям очень не переносят и прям боятся запаха медведя. Это запах дикого животного. Дикого животного. Дикого. А, то есть любого в принципе, дикого. В принципе, любого дикого животного. Получается, если с собакой волка поселить, то собаки будут... Но волк же тоже к семейству там собачьих относится. Он где-то дальний родственник и сородич, поэтому к волку может более благосклонный. А медведь это уже как будет ты для них. Ты ответил на свой вопрос. Так, вы ведь подготовили некие сообщения? Да. А можно я о собаках? Можно я задам вопрос? А у тебя сообщение-то есть у тебя? У меня вопрос. Вопрос? Нашим слушателям? Да, нашим слушателям. Ну хорошо, давай, 211-101. Почему дворняжка умнее обычной домашней собаки? Почему дворняжка умнее породистой собаки? Породистой собаки. Да, породистой. Не подсказывать обоим. Наверное, не только умнее, почему она более там, выживаема, это приспособлена, собственно, к окружающей среде. Да не подсказывайте. 211-101. Ждем вашего звонка, ребята. Почему дворняжка вот именно так лучше в этом отношении, чем породистая собака? Ева, ты хочешь сообщение? Давай. Да. Собака – это домашнее животное, одно из наиболее распространенных наряду с кошкой. Животных-компаньонов. И она произошла от волка. От волка? Да. Ну, наверное, все-таки в природе существовала дикая собака изначально. Дикая собака. Дикая, а потом уже человек ее приручил. Ну, да. И волк тоже. Ну, сначала приручили волка, потом дикую собаку, и потом уже получили домашние собаки. Волка приручили? Сначала волка. Волка можно приручить? Да, возможно. Ты считаешь? Возможно. Если волк тебя не съест. Я бы на твоем месте, Саша, обходил стороной. И там волчье логово. Все-таки волк. Кстати, есть порода собака... Как ее зовут? Волкодав. Собака-волк. Да, волкодав. Нет, собака-волкодав есть. Волкодав. Как это есть волкодав, волкодав, а есть собака-волк. А как она выглядит? Вы знаете собака-волкодав? Это, видимо, что-то большое. Она большая. Волкодавы огромные и худые. Худая. Собака-волк черная и похожа на волк. У нас звонок. Привет, как тебя зовут? Алло. Здравствуйте, меня зовут Вика. Вика, постарайся, пожалуйста, громче говорить, чтобы мы тебя слышали. Сколько тебе лет? Мне 11 лет. Где ты в учишься? В какой школе ты учишься? В 10-й. А есть ли у тебя домашние питомцы? Нет, нету. Вот сегодня все звонят. Да, никто из звонящих ребят нам почему-то... Нет, у Светы черепашка была. Черепашка? Да. Ты хочешь ответить на вопрос? Моя черепашка у Светы. Да. И какой же ответ? Дворняжки, они намного умнее, потому что у них нету хозяина, им все приходится делать самим. Отчасти да, но... Слушай, в интересном направлении, да? Отчасти мышление. Да, отчасти да, но вот не совсем точно. Ну хорошо, ну подскажи. Ну да, у собак, дворняжек, гены смешанные, потому что у породистых собак гены одни из породы, а у дворняжек смешанные гены, и это дает им более более умнее они становятся. Вот. Ну, инстинкты это тоже, да, потому что еду добывать надо самим. В общем, замечательно. Мы засчитываем этот ответ. Что бы тебе хотелось в подарок получить? Ну, видимо, книжка уже, да, какая-то? Мне бы хотелось получить книжку
которая про трюк. А, про трюк? 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 Я уже Света взяла. Подождите, мы уже взяли. Да, мы уже разыграли ее. Слушай, у нас есть книжка «Все о кошках», есть энциклопедия о собаке, еще есть энциклопедия «Животные России». Энциклопедия для непознательных. Да. Что, зачем и почему. Вот. Про кого ты хочешь? Про кошек или про собак книжку? Я хотела бы про собак. Про собак все-таки. Так. Детская энциклопедия собаки, да? Угу. Хорошо, все, не клади, пожалуйста, трубку. Тебе сейчас пояснят, где эту книжку можно будет забрать. Так, кто еще хотел рассказать про собак-то? Саш, ты все рассказал? У тебя такой большой лист перед тобой сейчас находится. Мне бы, конечно, хотелось, чтобы ты не читал, а пересказал все-таки то, о чем там написано. Я не учил. Не учил? Ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй. Может, Ева подскажет? У нее кошки. А, у тебя, кошки. У тебя про кошки, хорошо. Ну, давайте тогда все-таки специалиста Розу Орлову тогда будем спрашивать про собак. Как и про кошек я спрашивал, да, какие породы наиболее вот к человеку расположены собак? Или в целом собаки тоже? В целом по собакам ситуация сложнее, потому что пород больше. Разнообразие от маленьких зависит от размеров, соответственно, до больших. И здесь уже будет играть роль квартирный вопрос. Самая большую лучшая. Собаку не квартиру не возьмешь уже. Поэтому здесь уже ограничение будет по размерам. У нас большая собака, ну, вельштерьер, как Ирдель, но она в квартире. Вельштерьер это щенок Ирдели, как бы, ну, по размеру щенок Ирдели, она у нас в квартире живет. Ну, значит, у вас большая квартира, и вам не тесно. Или у него квартира жить. Своя. Или у него, да, своя водка есть. У него гнездо есть. Ева, ты что-то хочешь спросить? Нет, я хочу сказать, что доберманы очень любят детей. Доберманы очень любят детей? Они часто родители к детям не подпускаются. Так, еще бы вспомнить, как выглядит доберман. Худой, черный, худой, черный, такой статный такой. Да. Хочу добермана, все. Но доберманы сейчас не так популярны, очень редко крайне встречаются. Сейчас больше маленькие. Чихуа, йорки, тойчики. Есть, кстати, карликовый пинчер. Карликовый пинчер, это тот же мини-доберман. Да. У меня йорк, я очень йорков люблю, у меня есть йорк. Вот какие-то общие подходы к содержанию собак, в чем они нуждаются, как кормить их, как ухаживать? Ну, кормить вот, принцип вот то, что тоже... Вот, к любой породе. Кормить тоже принцип, как и у кошек, это все равно основное это мясо, источник белка и основной, и углеводы, каши, и также кисломолочные можно немножко. И корма, по желанию владельцев, пожалуйста, корма тоже супер премиум. Мы сейчас говорили про этих маленьких собак, мне не очень нравятся маленькие собаки, потому что изначально собаки были выведены, чтобы охранять дом. И эти маленькие собачки подойдут, натявкают и ничего не сделают. А так, если собака большая, то если в дом кто-то заберется, то ему плохо будет. Я хочу рассказать... Она может пустить в дом, но потом не выпустит. Да. Я хочу рассказать интересный факт, как люди подружились с собаками. Мне дедушка рассказывал, то, что когда пещерные люди еще были, вот собака... То есть дедушка помнит у тебя еще пещерных людей? Дедушка пещерный человек у Димы. Нет. Ну, продолжай. Просто времени. Смешно. Собаки... Ну, вот люди думают, что собак надо все время кормить, и пользы от них никакой не будет. И вот они все ночью ложились спать, и вот если враг подойдет, медведь, собака гавкает на него, и люди поняли, вот полезное охраняет. Охраняет, да. Мы их лучше подкормим, а они нас будут защищать. Да, пищевая доминанта. А еще они с ними, когда охотились, то собака, она же не такая толстая, как человек, она могла пролезть в какие-то места. Но это специальные охотничьи породы. Специальные охотничьи, у которых длинный хвост, уже, если они застрянут в норе, чтобы за хвост вытянуть. Кстати, такса этим занимается, да? Есть такса, несмотря на то, что она такая маленькая, вроде бы и безобидная, но она все-таки может охотиться. Может. Да. Но сейчас домашние в основном таксы уже. Такса-сосисочка. У моей учительницы. Так, подождите, ребят, вот Ева, что у нас. Я просто хочу сказать плюс маленьких собачек, если ты очень любишь собак, то вот маленькие собачки живут дольше.
Да, это правда, маленькие собаки, они по продолжительности дольше, да. А вообще от чего зависит продолжительность той же жизни собаки? Это, ну, правильное питание, правильное питание, правильное условие, регулярные прогулки, свежий воздух. Тоже, да, и от породы, например, хасок нужно больше выгуливать, выбегивать, чтобы они свободно гуляли. Маленькие собаки в этом не нуждаются. Кстати, хаски, говорят, с ужасным характером. Могут разорвать мебель и так далее. Это да, это маленькие щенки, которые еще, да, растут, невоспитанные, дети, им все интересно. А так они просто их берут как домашние, но лучше их содержать на улице, чтобы они бегали, чтобы они выбегали. Простите, я хочу напомнить ваш телефон 211-101. И еще... Вопрос будешь задавать? Нет, пока я в данный момент не буду. И еще хочу рассказать тоже. Ну, у моей учительницы раньше было так, ее звали самоварная труба, потому что она... Самоварная труба. Потому что она была очень длинная. Забавно. Так, у кого еще вопросы остались? У меня. Поскольку назвали номер, то вопрос. Каких профессий собаки бывают? Минимум две профессии. Так, 211-101. Ну, наверное, это как-то по-человечески уж, да? Каких профессий? Но где собаки могут помочь человеку, да? Где они... Выполнять его обязанности. Да, где они работают наряду с человеком. Да, да. Хороший вопрос. 211-101. У нас еще есть книжки. У нас, кстати, есть еще... Ева, вот мы забыли это озвучить. Приглашение на семейное посещение собачьей деревни Мохнатия. Все логично. Мы про собак говорим, и приз у нас тоже вот такой. Я был в Мохнатии, там собаки ходят, тебя лижут. У них там да, у них свободная среда обитания, делают, что хотят. Там еще есть комната с кошками, недавно добавили, там куча кошек. А там много пород? Да, и там какие породы? Там, я не знаю, но их продают по 10-12 тысяч рублей. А твоя любимая порода какая? Звонок. Бульдог. Саша, французский. Французский бульдог? Нет, да. Интересно. Интересно. Я всех люблю. Они просто черненькие, такие маленькие, ходят, лежат постоянно, добрые, еще лежать любят. Звонок есть у нас? Нет, я хочу сказать... Звонок есть? Да, есть. Ну, звонок. Я хочу сказать то, что я дома как мохнатый, меня мелкая все время лижет. Мелкая это... Это йоркширский терьер. Ага, она меня все время лижет, что я дома как мохнатый. Ева, давай, приветствуй нашего слушателя. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Коля. Коля. Сколько вам лет? 10 скоро будет. А в какой школе ты учишься? Уральская гуманитарная гимназия. Ага. У тебя есть собака или кошка, или другой какой-то? Ну да, есть собака. Питомец, как зовут? Альфа. Альфа. А какая она порода? Вельштерьер. О! Как у меня. Ясно. Ну вам надо познакомиться, да? Обязательно. Девочка или мальчик у вас? Девочка. У нас тоже девочка, тоже так девочка. Что знакомиться не надо. Да почему? Ну, хотя бы пообщаться, чтобы вместе поиграли. Так, Ева, что хочет выбрать у нас? Ну, ответ на вопрос. Есть профессии собаки спасатели. И собаки, которые помогают в охоте, охотничьи собаки. Да, это не профессия. Ну, охотничьи собаки это не профессия, это больше порода. Ну, в принципе... Ну да, но он может еще... То есть свой охотничий инстинкт собака реализует. А ты можешь еще какую-нибудь профессию назвать? Вот там... Собаки-врачи. Ну, еще... Дима, что ты несешь? Собаки, которые помогают, ну, например, военным, ну, на границе. А, например... Искать какие-то штуки. Вот еще интересный факт. Мины. Раньше собаки использовались, чтобы лечить людей. Они доставляли им аптечку и помогали добираться. То есть собаки-санитары какие-то, да? Да. А еще и собаки... Вот сенбернары в горах спасали все время. Да, и до сих пор спасают. Они, собственно, да, сейчас этим занимаются. Какой бы ты хотел себе приз? Да, в общем, это правильный ответ. Мы... Что есть? А у нас и остались книжки. Книга «Все о кошках», справочник умного хозяина. Энциклопедия «Животные России», энциклопедия для любознательных. Что, зачем и почему? Приглашение на семейное посещение собачьей деревни Мохнатия. Книжки или Мохнатия? Ну, давайте книжки. Какое? Мохнатия уже дома есть. А, понятно. А какую книжку тогда хочешь? Справочник умного... Ну, давайте книга «Умного хозяина». «Умный хозяин». Все о кошках, справочник умного хозяина. Хорошо. Так, у нас остается буквально 2-3 минуты. Я предлагаю еще один вопрос сразу задать. Ева, у тебя есть еще вопрос, да? Про кошек у тебя будет еще. Что означает, когда хвост кошки дрожит? Если хвост кошки дрожит, то что это значит? Мя!
Интересно. 211-101. Ну, поторопитесь со своим звоночком. У нас 2 минуты буквально остается. Но мы все-таки возвращаемся к собакам. Пород больше, да, мы сказали? Пород все-таки больше, да. Пород больше у собак. Вы знаете, я периодически встречаю людей, городских жителей, которые говорят, ни в коем случае не буду собаку заводить, потому что собаке все-таки нужно жить на воле, чтобы у нее конура своя была и так далее. Вот как относиться к таким заявлениям? А чихуашкам? Это да, это зависит от породы. То есть, если крупная порода, им, конечно, лучше жить на улице. Кавказы, овчарки, которые несли бы непосредственно свою значимость, охранную службу. Да. Ну, в принципе, собака – это вольнолюбивое животное, да, ведь оно… Или все-таки без человека не обойтись? Собака больше зависит от человека, больше чем зависит кошка. От человека. Да, да. То есть собака, она зависит непосредственно от хозяина, от того, выгуляет, накормит ли он. И, соответственно, настроение тоже будет зависеть от людей. Поэтому собаки очень зависимы. Так, у нас есть звонок, да? Есть у нас звонок? Кева, давай. Приветствую нашего слушателя. Привет. Алло. Как тебя зовут? Иван. Сколько тебе лет? 10. В какой школе учишься? 22-й. Ответ на вопрос? Мне кажется, что когда кошки махают хвостом, это значит, что они на кого-то охотятся. Нет, не машут. Ответ неправильный. Не машут, а дрожат, дрожит хвост. Да? Дрожит? А, дрожит. Да. Дрожит, да. Давай вместе еще поразмышляем. Ну, Ева, подсказывай. Им что-то нравится там, и они хотят... Правильно. Уже ответ. Близко. Близко? Тепло? Тепло? Близко. Горячо. Может, это когда... Они, не знаю, что-то хотят там. Нет, ты отдалился. Отдалился. Ну, нет, давай, подсказывайте. То есть это говорит все-таки о хороших эмоциях. Да, кошки, второй ответ был правильный, то, что кошка любит. Нет, не совсем. Не совсем, ну подскажи ей. Ну подскажи ей. Написано, это говорить? Самое... Да, говори. Это самое большое чувство любви, которое кошка может выразить. Ну что, было самое... Сложный ответ такой. Если хвост у кошки дрожит, значит, она такие превеликие чувства испытывает. Ну, кому-то. А если собака виляет, она тоже. Да. Давайте самый близкий ответ. Так, подождите, что ты хочешь получить? Что ты хочешь получить в качестве приза? У нас книжки остались. У нас энциклопедия животной России. Временное посещение собачьей деревни Мохнатия. Также. Пойдешь? В Мохнатию. В Мохнатию. Хорошо, отлично, все договорились. Не клади, пожалуйста, трубку. Я смотрю на часы, время у нас стремительно утекает. Нам пора подводить. Нам пора под... В том-то и дело, что мы не успели. В том-то и дело, что мы не успели разыграть. Подарите их нам. Да, обязательно. Сейчас поговорим уже за пределами программы, кому достанутся эти призы. Ну, так или иначе, эту программу пора завершать. Сегодня мы говорили про кошек и собак. Ну, давайте еще похвалим, скажем, приятные слова Тимоши-то. Тимоша, милый, красивый, молодец. Оранжевый, добрый. С персидскими корнями, да? Да, это как смотрит признательно. Спасибо нашей гости. Это Роза Орлова, главный ветеринарный врач клиники Биосфера. Ну что, Дима, Саша, Ева, что-то новое ты сегодня вынесли из программы? Нет, да? Мы узнали про кошек, про усы, зачем, почему хвост дрожит и что кошки ненавидят. До этого я этого не знал. Больше, не будете никогда кошки подсовывать что-нибудь цитрусовые? Чтобы не огорчать ее, не расстраивать. А у нас нет кошки. Нету кошки. Можно быстрый вопрос. В перспективе может появиться. Саш, к сожалению, нам пора уже выходить из эфира. Вот время. Надо соблюдать. Печалька. Да, печалька. Ну что, я думаю, что мы сегодня прекрасно провели время. Да. Замечательные у нас гости. Мы встретимся, я думаю, ровно через неделю. Угу. В воскресенье в 10 утра. 211-101. Ничего не изменится. Будете нам звонить, отвечать на вопросы, получать призы. Спасибо. Пока. До свидания. До свидания. До свидания. Детская познавательная программа «Открывашка».